Я, конечно, люблю предлагать заказчикам элитные изделия, но приняли решение показать такую вот умеренную коллекцию. Мы сейчас называть вам будем цены, посмотрим, сколько это будет стоить. Деревянный каркас, стекло. Здесь цвета, естественно, можно менять. Плотная ткань, деревянные ножки. Он выше, чем я. Такой вот набор мягкий. 50% скидки. Абсолютно адекватная цена для такого дивана. Возможно, покрытие мы видели и получше. Приятный такой цвет, не напрягающий. Я вам стул покажу. Тяжелый, умеренная классика, не вычурная. Спальню вам покажу сейчас. Весь набор. Диван, два кресла и консоль. Металлические вставки. Ручка сделана из натурального перламутра. Бывают вот такие вот спецпредложения на фабриках. Идем дальше смотреть остальные коллекции. Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл, я руководитель компании MBL. Приехал сегодня показать вам коллекцию мебели Art Deco бюджетного уровня по хорошим ценам. Раньше в наших офлайн-турах вы всегда с удовольствием приобретали именно эти коллекции. Пойдем посмотрим цены и качество. Сегодня с нами Дженни, менеджер фабрики. Она будет называть цены. На этой фабрике у нас эксклюзивная цена. 50% скидки. Мы сейчас называть вам будем цены. А вы пишите в комментариях, нравится или нет вам стиль такой мебели. Вот деревянный каркас, ткань достаточно плотная, здесь цвета, естественно, можно менять. Вот она говорит, что именно в таком размере можно приобрести эту мебель, под заказ нельзя изменить размер. Здесь вот 2,4 метра длиной на глубину 89 сантиметров. Можем посчитать весь набор. Дженни тогда Кейсван Сойода. Одно кресло, большой диван и вот двухместный диван. Общая цена 27 400 юаней. За этот набор. Это достаточно недорого для этого уровня мебели. Но здесь ничего такого вау ожидать не стоит. Это умеренное арт-деко. Именно дизайн такой достаточно умеренный. Несложный в производстве, но достаточно аккуратно выполнено. И можно применять в разных дизайн-проектах, даже если у вас дизайн-проекта нету. 7450 юаней. Вот этот вот стол. Джига Шимудова. Да, деревянный каркас, стекло. Покрашено металлик краской. Надю Чицундожо. 1,20 м диаметр. Вот 27 тысяч юаней плюс 7 тысяч юаней. 34 тысячи юаней. У вас вот такой вот красивый набор в гостиной. Это все в стиле этой коллекции. Цена здесь 14 900 юаней. У нас 50% скидка, это 7450 юаней. 880 на 1,20 м размер. Подставка под телевизор Sitian. 4200 юаней. 2 метра размер этой подставочки. Лаком покрыто. Да, можно 2,2 метра, например, заказать. Такой вариант. Для такого изделия цена адекватная. Сейчас Дженни нам обсчитывает вот этот зал весь. Три дивана, стол чайный, комод, подставка под телевизор. Сейчас будет цена общая. Посмотрим, сколько это будет стоить. 57 150 юаней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще подставки под торшеры. 8 предметов. Вот, посмотрите, такой вот уровень фабрики. Ценовой сегмент имеется в виду. Идем дальше смотреть остальные коллекции. Так, сейчас мы посчитаем, сколько стоит спальня на этой фабрике. Дженни, Ильянгачуан Тогой, 9200 юаней, кровать. Деревянный каркас, плотная ткань, можно поменять, я так понимаю, из головы. Джига Кайхуан, Буляо. Да, можно ткань поменять. Вот тумба вот эта вот. Чуанто Гуй дошелся. 4200 юаней. Одна тумбочка. И 9200 кровать. 1,80 м на 2. Естественно, это цена без матраса. Так, а вот интересно, вот такая витрина. Сколько стоит? На Джига Гуйдзе дошелся. Книжный шкаф. Он выше, чем я. 14500 юаней. Огромный шкаф. 2 метра высотой и 4 метра шириной. Два шкафа книжных. Идем дальше. Thank you.
Так, идем посмотрим, мягкие уголки какие тут есть. Это из замшевой ткани, посмотрите. Такой вот набор мягкий. Можно из бархата, да, сделать такие диваны, а можно вот сделать из замшевой ткани. Очень легко спутать с замшей натуральной. Изделие достаточно удобное, глубокое. Сейчас ждем цену с большой-большой скидкой для наших подписчиков. А всем, кому понравился стиль этой мебели, обязательно рекомендую поставить лайк под нашим видео и написать комментарий. 2,4 метра диван. Цена 12 160 юаней. Но это в ткани замшевой. Абсолютно адекватная цена для такого дивана. А мы идем дальше, смотрим стоимость этого кресла. Ну, вот эта вот ткань мне очень нравится, замшевая ткань, она достаточно приятная и легко очень убирается. 3200 юаней стоимость вот этого кресла. Идем дальше, смотрим варианты. Давайте посмотрим обеденную зону. Обеденная зона всегда имеет место быть. Вот такие вот стулья красивые, под лаком. Стол, каркас деревянный. Возможно, покрытие мы видели и получше, чем это. Но это тоже применимо в ваших дизайнах. Почему нет? Стол этот 6500 юаней стоит. Без стульев, да. 1,60 м на 84. Вот. Адекватно, да? Ну, на 6 человек. А стулья сколько стоит? Один стул хотя бы для ориентира. Дайте нам цену. 3200 юаней. Стул, да, такой средний вес у него достаточно. Европейский размер. 3700 с подлокотниками. Ну, достаточно приятный такой цвет, не напрягающий. Пока мы здесь рядом находимся, сразу спальню вам покажу сейчас. То есть вот эта кровать 1,80 м, банкетка, пуфик, зеркало, трюмо и две вот таких вот тумбочки, цена 28 тысяч юаней. Весь набор. И вот посмотрите, деревянные ножки. Здесь везде ткань, это хорошо, когда вы касаетесь ногами, упираетесь вот именно в ткань. Удобно. Здесь можно, конечно, изменить цвет тканей, изголовье, банкетку, все можно поменять в другом цвете тканей. Идем дальше, смотрим кабинет. Стул из бархата. Вот здесь вот такой красивый стол. Шкаф книжный. Консоль. Давайте посчитаем, сколько это стоит. Дженни. Сейчас пока Дженни считает, я вам стул покажу. Тяжелый. Ну вот, деревянный каркас такой. Металликом все покрашено. На 4 балла с плюсом. Но для этой мебели особо и нету таких высоких требований. Достаточно такая умеренная классика, невычурная. Консоль, стол, стул и вот такой большой книжный шкаф вам обойдется в 32 600 юаней. Пойдем дальше. Серым таким оттенком набор. Здесь стол с такими ящиками выдвижными, диван, два кресла и консоль. Ножки у этого стула акриловые, посмотрите, прозрачные. Передние два, задние деревянные. В мебельных турах офлайн прилетали люди и выбирали именно этот стиль мебели, арт-деко, умеренный. Даже дилеры были у этих фабрик в России в свое время. На сегодняшний день эти коллекции дальше продолжают производиться и очень имеют большую популярность среди разных заказчиков, потому что цена-качество абсолютно адекватное. Здесь нету таких каких-то звонких брендов у этой мебели. Есть свой умеренный стиль классический, который прослужит десятки лет без отдельных каких-то дизайн-проектов. Можно всегда легко подобрать мебель для своей квартиры, дома, виллы и так далее. Я, конечно, люблю предлагать заказчикам дорогие какие-то изделия, элитные, но вы часто пишете в комментариях, хотелось бы что-нибудь побюджетнее, подоступнее или, допустим, еще как-то. Но для этого мы сегодня приняли решение вам показать такую вот умеренную коллекцию по адекватным определенным ценам.
с этим кожаным диваном, два стула, большой вот такой вот столик, по-моему, 1,20 м диаметр, да. И вот эта консоль обойдется вам в 71 650 юаней. Вот такая цена, зависит от набора. Ставьте лайк, если цена вас устраивает и стиль мебели. Да, вот смотрите, со скидкой такой набор, деревянный стол, 6 стульев, 12 тысяч юаней. Это недорого абсолютно. Но количество таких наборов ограничено. Бывают вот такие вот спецпредложения на фабриках. Все обсуждайте с нашими менеджерами. Актуальность этой цены, естественно, не сохранится на годы. В ближайший месяц, я думаю, если вы успеете приобрести, вы можете зафиксировать именно этот заказ. Пойдем смотреть дальше. В этом видео назову стоимость этого комода, а все остальные цены в ссылке в описании в нашем телеграм-канале. При помощи наших каталогов в телеграм-канале вы можете самостоятельно просчитать полностью ваш объект. Каталоги выкладываются еженедельно, и сантехника, и свет, и прочее. Все можете листать, смотреть размеры, стоимости по курсу в долларах, в юанях и так далее. А вот эту консоль нам Дженни показывает, стоимость 16 950 юаней. Но здесь вот достаточно красиво выполнен фасад. Обратите внимание, металлические вставки. Ручка сделана из натурального перламутра. И размер очень большой достаточно. Выходим. Так или иначе, у наших менеджеров есть каталоги этого предприятия. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы посмотреть остальные изделия этого предприятия, узнать цены. Не забывайте ставить лайки. А мы заканчиваем на этом видео. Всем хорошего дня и отличного настроения. Пока.